Всем привет! Сегодняшняя тема моего видеообзора, как уже видно на фото, это замена передней ходовой части автомобиля BMW 3 модели кузова E90 2008 года выпуска. На автомобиле стоит мотор с объемом 2,5 литра. Итак, с чего надо начинать? Во-первых, поднимаем машину на подъемник и снимаем обе колеса. После этого откручиваем гайки, которые держат нижний шаровой рычаг, а также рулевую тягу, кулаки машины. Хочу сказать, что немцы на этой модели немножко доработали свою конструкцию, которая применялась в автомобиле 5 серии кузова E39. Здесь, чтобы снять шаровую, не нужно снять конусный захват специальным съемником, а просто нужно открутить гайку и потянуть вниз. Эту шаровую он выходит из своего гнезда в кулаке. Причина этого в том, что здесь нет конусного захвата, а есть специальная конусная шайба, которая сидит в гнезде в кулаке. В этом случае работа довольно-таки упрощается. А в 39 модели нужно было иметь специальный съемник, и кроме этого там конусный захват очень туго сидел в кулаке, и требовалось много усилий, чтобы освободить этот захват. Так что спасибо немцам за это. Так, после того, как сняты передние части нижнего рычага, мы начинаем откручивать гайку, которая держит верхнюю часть этого рычага, к траверсу. Гайка под номер 18. Также нужно иметь длинную головку, потому что короткая головка, здесь гайка не помещается вместе с болтом в этом головке. И откручиваем эту гайку, сзади держа ключом, тоже под номер 18. Болт все время крутится, надо его чем-то держать, чтобы снять гайку. И в принципе это хорошо, что болт крутится, потому что бывают случаи, когда он закипает внутри тулки, и тогда уже не обходится без горелки, чтобы снять этот болт. Или, не знаю, там с болгаркой нужно работать и так далее. В данном случае мы от этого избежали, потому что довольно-таки машина новая, по нашим меркам, конечно, и болты не успели закипать. Или, в принципе, из хороших материалов они изготовлены. Так, после того, как сняты эти болты, с помощью, скажем, монтировки, мы легкостью отсоединяем и снимаем нижние шаровые рычаги полностью. Также я хочу заметить, что с левой стороны к этому рычагу еще крепится специальный датчик. Датчик, значит, уровня, по-моему, регулирует, если не ошибаюсь, свет дальний или ближний. Когда, скажем, водитель или сзади кто-то сядет, там машина засчитывает крен и поправляет подсветку. Так, сейчас будем снимать рулевые тяги. Рулевые чехлы в нормальном состоянии, так что нету смысла их поменять на новые. И мы будем просто снимать эти чехлы старые и ставить на новые тяги. Чтобы снять чехлы, там нужно отсоединить два хомута, которым держится этот чехол к рулевой тяге и рулевой колонке сзади. После снятия этого чехла со своего места, там мы выйдем специальную гайку, то есть часть рулевой тяги, которым он крепится к рулевой колонке. Нужно осторожно ослабить его, и чтобы не поцарапать
шток рулевой колонки, особенно с правой стороны. Потому что если поцарапаем, можно эта царапина испортить, повредить сальник, и начнется вытекание масла рулевой колонки. После того, как мы немножко ослабляем эти гайки, они с легкостью уже можно откручивать руками, если, конечно, они оригинальные. В данном случае нам повезло, на машине стоят его оригинальные запчасти, так что легко откручиваются и снимаются. Скажу, что чтобы снять этот чехол, надо полностью разобрать рулевую тягу. Здесь конструкция чехла и устроена так, хотя в старых моделях, скажем, E36, на третьей серии, и в некоторых моделях E39 пятой серии, чехол можно было снять без разборки рулевой тяги. Но здесь что-то немцы постарались. Так, вот мы уже сняли рулевую тягу. Сейчас снимем с левой стороны. Иногда бывает, что довольно-таки трудно разъединять эти две части рулевой тяги, но на данном модели еще детали не ржавели, и мы, в принципе, сейчас я покажу, довольно-таки легко отсоединяются друг от друга. Ну, конечно, перед сборкой новой рулевой тяги хорошо смазывайте маслом, чтобы потом не было проблем при разборке. И еще после сборки рулевых тяг нужно обязательно сходить на сход-развал, потому что точно метку мы, конечно, не сможем ставить, хотя примерно нужно отмерить длину рулевой тяги, чтобы собрать новую в этом мере. Ну там миллиметра 2-3 не помешает машине дойти до пункта сход-развал. Так, мы тягу крутим ключом, там есть специальный для этого место под номер 13. Довольно-таки легко, как вы видите, откручивается, даже можно еще и пальцами все это дело открутить. После откручивания будем снимать чехол и поставить на новую рулевую тягу. Я советую еще немножко добавить смазки, потому что, думаю, заводская смазка немножко маловато будет. Или они это делают специально, чтобы быстрее деталь износился, или не знаю, почему это делают. Вот таким резким ударом снимаем чехол, предварительно смазав переднюю часть рулевой тяги, чтобы чехол легче вылез из своего гнезда или места. И берем новую деталь, ставим чехол, также не забываем ставить хомут, которым он будет держаться в передней части. Этот хомут специальный, так что если не будем ставить, его нельзя будет заносить после того, как уже тяга закреплена. Так что не забываем делать это. Кстати, чехлы здесь не резиновые, они довольно-таки жестче, чем резина. По-моему, какой-то материал из капрона. Хотя работают вот прилично долго. Где-то около 7-8, нет, даже 9 лет. Машина 2008, да, 9 лет. По-моему, эти чехлы родные.
никто не поменял. Так, когда соберем тяги рулевые, ставим обратно их на место и затягиваем хомуты, которые держат чехол к рулевой колонке и тяги. После этого начинаем затягивать гайки, которые будут держать, значит, шаровой кулаки автомобиля. Для этого нужно поставить стоячий домкрат, чтобы он шток не крутился, когда вы будете натягивать гайку. И, в принципе, после этого можно ставить колеса и отпустить машину. И на смотровом яме еще и затягивать верхние рычаги, которые сидят в траверсе. Ну, в общем, все, что я хотел вам показывать на этом видео. Спасибо, конечно, за просмотр. Спасибо за отзывы и лайки, которые вы ставите. Если вы хотите, можете подписываться на мой канал в YouTube. И, конечно, всем удачи и до свидания. Пока.